Salutare tuturor! Astăzi ne vom juca într-o joacă nouă și aia este Pipa 7. Da, Pipa. Jucăm contra Espan. What the fuck? Mama, că vom fi ăștia? Noi suntem Barça. Barca. Barca. Bine, asta pe noi nu ne interesează. Здравствуйте, в игре от компании eSport FIFA 2007 вас приветствуют российские комментаторы Василий Уткин и Василий Соловьев. Asta este prima FIFA pe care am jucat-o. Соперничество между двумя сильнейшими клубами столицы Каталонии и Барселоны. И я не думаю, что игрокам безразлична вся та атмосфера, которая царит вокруг стадиона. Но разве можно в такой ситуации сконцентрироваться только лишь на футболе? А, фуг! Да, сигур ați auzit de FIFA 7, cred. Tamudo. Dar în orice caz de FIFA, sigur ați auzit. Pic! Tamudo. Nu, mă! Ha! Защитник разряжает обстановку. Как грамотно играет защитник. Но! Меньшее время для потери мяча. Эдмилсон. Это у вас мячом. А, Месси! Рубит в сторону. А, фак. Луис Гарсия. Луис Гарсия. Тамудо. Такой аккуратный футбольчик. No! Holy fuck! Haide, bă! No! Oops! Bump! 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 Итак, угловой уже в начале игры есть возможность обозначить преимущество яснее. Подача. Ну! 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 Гата! После первого тайма промежуточный итог перевес в один мяч. Нужно работать дальше. Надо бы посчитать, сколько мячей забиты этим футболистам с сильной ноги, а сколько с той, которую мы считаем слабой. Бон! Мяч у вратаря. Да, бы. Like a boss in chat. Эдмилсон. А, фак! Из такого множества продолжений выбрать худшее. Мяч потерян. Опасно. Но! Держать атаку. Не смог он удержать мяч. Конечно, и... Жокал мастер. Но как тут справишься, когда в воротах стоит такой мастер своего дела? Подача. Че? What? What the fuck? Он распорядился собственной головой. Вратарь даже очнуться не успел, как получил мяч в ворота. И команда начинает уходить в уверенный отрыв. Деко. Вы фатя шау тактика. Занятно, занятно. Най! Ну! Ну! Е-корнер! Е-корнер! Ну, е-корнер. Credeam că va fi lovitură de la colțul terenului. What the fuck? What the fuck? Zambrotta. Ah, fucking! Спеши сейчас совершенно некуда. Хави. Нападение в ударе сегодня. Идет подача. Удар головой подальше от ворот. Ну! Вот как! Замечательный удар! Bă, trebuie să joc mai bine, că pierd cu 2-0. Are for fucking seriously. Luis Garcia. Ok. У, как их много. Что-то задумали. Опасная ситуация. Просто еще не вошел в игру нападающий и не успел четко отреагировать. Явно игрок хочет в новости попасть, стать героем матча. Ну что же, это похвально. Вот чуть второй гол не забил. Молодец. Неплохо. Партнеры должны помочь. Месси. Штил! Ну,
Кайт! Гол! Ба, Парк Сенла комментат. Slow motion. Haide, bă! Am revenit, da. De să punem meciul să se continue. Da, totul e normal. Nu e normal că eu am mingea. Da. Haide! Свисток сузи. Нет свистка. Проглотил, наверное. Маркес. Жмаки де тайм. Эдмилсон. Хади, бэ. Тамудо. Но! Так не отбирают. Что ж, это аут. Тик-тик-тик-тик. Чик. Чик. Ну, ну. А, гата, мне мутит. Он всегда аут. Кави. Нужно поднять глаза, посмотреть, где партнеры. Месси. Эдмилсон. Хо! Это. Хай. Роналдиньо. Хай. Нужна хорошая подача. Че? Надо показывать карточку. Игрок явно нарушил правила. Никаких разговоров. Лавитора. Либер. Решил выдать желтую карточку. Бир. А я не думаю, что тренер будет ругать своих подопечных и упрекать их в плохой игре. В противостоянии даже равных команд кто-то все-таки должен выйти победителем. Вину. О, Инко. Игрок не рассчитал подкат. Че? Деко. Гарсия. Сейчас изиктима инкорчим бутоны. Защитники сбились в кучу. Че? Фикс ламини. А ну. Фарке. Майтребя он пик генерал. Удалось зацепиться за мяч в середине поля. Где я гол? Сумастер. Мяч в руках вратаря. А? This is Халифа. Батю. Давид Гарсия. Прекрасно закрученный мяч. Игрок забивает мяч в ворота. Это уже не футбол, но, это уже хэтбол. Учим английский язык. Матч становится каким-то односторонним. Чем очень важный переход. На высоте сегодня защита. Слаженная игра. Самолета. Кредки, ребята, им трунче путцем, а пун, ну, Барселона. Это так защитник мяч вратарю сбрасывает. Технично вратарь сегодня отрабатывает. Очень технично. Я даже не думаю, что здесь дело в везении. Уж слишком хорошо он читает игру. Везение. Безусловно, везение. Хорошая работа с мячом. Ну! С честью вышла из трудного положения. Ну! Опс. Сказать контр реакции. Луис Гарсия. Хорошее продолжение. А курсы ватер на премультан. Навес в штрафную. Честь и трейла уну. Начну уверенно с отбуна честь эпизод. Мы... Все-таки удивительно эта команда, ведь мяч ей едва достается, как она уже создает опасный момент и даже забивает. Нужно как-то повысить уровень взаимодействия им еще. Требес моего додаток голом не упомянулся. Ну, так. Да. Крит, какого ашал скор. Вам я честный эпизод. Так вам покажу честно дать бутон для лайк, для subscribe. Пидата витар, люми.